Лиска, Лиська, Лиська. Ребята, всем привет. В общем, заказал я вот этот фурминатор. Видите, для гладкошерстных. Вот, вот он, Котя. Сейчас мы его чесать будем. Посмотрим, как. Так, Котя, это твое, видишь? Это твое. Лиска бегает. Лиске хорошо, ей не надо. Так, Лиза, подожди. Там шкафчик. Сейчас мы его распакуем. Подожди, Котя. Вот он, фурминатор. Не знаю, про какую-то голографическую наклейку говорят. Вроде все наклейки присутствуют. Стоит он вместе с доставкой что-то, ну, в принципе, 1500 рублей, короче, обошелся. А в магазинах он стоит 2. Есть даже дороже, я видел, есть за 2900. Там, правда, ручки вот не такие. Там какие-то они другие немножечко. Сейчас подождем. Подождите. Сейчас распакуем. Лиска, не мешай. Лиза тоже хочет что-то, да? Тебе не нужна эта штуковина. Вот она. Слушайте, по весу чувствуется, что достаточно тяжелая. Такая ж, такой фурминатор. Я думал, он легче намного будет. Вот он такой. Вот сейчас фокус. В принципе, наверное, это видео для тех людей, которые также думают, покупать его или не покупать, у кого особенно кошки линяют. Иди сюда, Котя. Котя, иди сюда. Давай попробуем на тебе разочек. Посмотрим, как это будет все работать. Лиза. Иди сюда. Иди сюда, Котя. Иди сюда. Подожди, давайте побольше света. Давай. Ну, кстати, так гладенько все идет. Сиди, сиди, сиди. Сейчас мы тебя вычесывать будем. Молодец, котик. Давай. Но если видно, то смотрите, видите, то реально вычесывают. Люди говорят, по 10 минут сидят, вычесывают. Нет, слушайте, это точно оригинал, потому что идет очень все плавно, гладко так. Без всяких, коте нравится, посмотрите. Вот. Нет, в принципе, вообще, смотрите, нормально вычесывают. В общем, пишите в комментариях, сколько стоит фурминатор в вашем городе. На этом все, всем пока.